Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня приглашаю вас на выставку фиалок. Она проходит в выставочном зале «Бузок», который находится в торце оперного театра. Ну что, пойдем посмотрим, что там. Заходим внутрь. Ну вот такая красота. Идет бойкая торговля. Сейчас посмотрим, что же предлагают нам продавцы фиалок. Все подпускаются. Новинки я еще не выставляла. Какая фиалка? Первый раз такие фиалки вижу. Какой-то сорт, наверное, сорт. Девушка, я потом оставлю. Даже вот такие экзотические.
красота для женского глаза. Покупатели только женщины. Торговля не только. Можно просто посмотреть и получить массу удовольствия. И, конечно, можно купить домой на память одну фиалочку.